Мне тоже не везло в жизни. Я терпел финансовые крахи, меня не раз предавали мои партнеры. Но в итоге все хорошо, и я быстро перерос все это. У меня другое мышление. Люди, которые боятся делать ошибки, никогда не растут. У них неправильное восприятие мира. Восприятие — это и хорошее, и плохое. Это как правильные, так и неправильные решения. Это и взлеты, и падения. А большинство людей хотят поступать только правильно. Они не хотят ошибаться. Они всегда хотят быть уверенными в чем-то. И причина, по которой бедные люди остаются бедными, заключается в том, что они не совершали ошибок. Они живут очень осторожно. Они стараются не ошибаться, потому что их так учили в школе. Это означает, что они ничему не учатся. Наша школьная система не работает. У нас антиобразование. И самый обычный парень думает: «О, я же отличник, для меня это будет легко». Но когда он выходит во взрослую жизнь, она попросту сбивает его с ног, и он говорит: «Ну так нечестно, жизнь несправедлива». Но знаете что? Он не был готов к этому. Его неправильно учили. Многие